Так, друзья, всем привет! В этом видео хочу вам показать, как искупать, помыть лабрадора в ванной дома. Вот. Когда он у нас гуляет, он пачкается, потому что на улице сейчас грязновато, уже все тает. Вот, и поэтому он приходит домой весь грязный. Вот, и его необходимо мыть, вот, чтобы в квартире было чисто у нас. Ну вот. Значит, имеется у нас вот такой вот лабрадор. Зовут его... Как тебя зовут? Зовут его Тафгай. Тафгай. Вот. И сегодня Тафгай у нас будет купаться. Да? Тафгай. Вот. Значит, мыть будем мы его обычным шампунем. Потому что не вижу смысла покупать собачьи какие-то шампуни. За, не знаю, слишком дорого, мне кажется, стоят они. Вот. И обычным шампунем нормально как бы. Ну вот. Сейчас мы будем его купать. Купаться он очень любит у нас. Да. Сейчас настроим воду. Так. Тогда. Включаем душ. Так, Тафгай. Сейчас будем купаться. Да, молодец. Так, сначала его обольем водой из душа, чтобы потом его намылить. Вот так его, всего. Уши мы прижимаем, чтобы в уши не попала вода, потому что у лабрадоров проблема с ушами. Вот. То есть туда нельзя допускать попадание воды. Если вода попала, то уши надо будет вытереть сухой тряпочкой, прочистить их. Вот. Нравится? Да, Тафгай нравится очень. Вот так вот. Все. Сырой вроде уже. Так. Берем шампунь. Так, молодец, Тафгай встал уже. И вот так вот просто. Вот, выдавливаем. Так вот. И растираем. Вот. Так вот. Растираем. Лапы все. Брюхо. Вот. Тут все. Да. Так. Голову намыли. Уши. Да? Вот. Сейчас с той стороны намылим. Так. Так.
вот это переднее. Вот так намыли ее. Вот. Шею. Так, чтобы нам помыть лабрадора, нам потребуется как минимум 100 мл шампуня. Это как минимум. Вот. Можно потратить, в принципе, всю банку. Потому что шерсть у него густая, грязная. После всех прогулок. Поэтому уходит очень много шампуня. Хвост вот так вот мы вот так промываем. Вот. Ему очень нравится, когда он купается. Вообще он купаться любит. Летом в прудах он любит тоже плавать. Вот. У лабрадоров это в крови. Вот эти все купания, плавания. Они у нас спасатели. И поэтому водные процедуры они любят. Вот. Так вот, все, мы потираем. Так, мочалка у нас тут упала. Так, уберем ее пока. Так, сюда вот повесим ее. Так. Сюшки давайте, придурок. Вот. Так вот, сюда. И будем сейчас мы смывать. Сейчас настроим водичку и будем смывать нашего друга. Водичку теплую настраиваем, не горячую, не холодную. Вот. И вот смываем его. Табгай у нас сидит очень хорошо, смирно. Он у нас послушный, когда купается. Так. Так. Ухо закрываем ему. Хорошенько все смываем. Тавгате нравится? Да? Так, Тавгай, вставай. Давай, вставай. На лапки вставай. Тавгай, вставай. Давай. Вставай. Тавгай, давай. Встаем. Давай. Опа. Давай, встаем. Все, все, вставай, вставай. Молодец. Вставай. Не садись, вставай. Давай, вставай. Вот. Так. Тавгай, вставай, вставай, давай, вставай. Вставай. Тавгай, вставай. Встань. Давай, вставай. Тавгай, встань на лапки. Вот, молодец. Вот, молодец. Все, вставай. Так. С
слушается хорошо, да, почти. Да? Так. Вставай, вставай. Табгай, встань. Встань. Табгай. Давай. Встань. Вставай. Вставай. Давай. Вставай. Табгай, вставай. Давай. Встань. Надо мне тут промыть. Во. Так. Стой, 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 стой. Так. Вот, молодец. Хвост промываем. Вот. Значит, собаку мы помыли. Вот. Опускаем воду. Теперь необходимо его вытереть. Вот. Берем полотенце. Так, Табгай. Вот он сам уже тут. Отряхнулся. Гуляет хвостом, что ему нравится. Вот. Вытираем сначала уши, голову. Вот. Так. Потом все остальное. Лапу, пузо. Все утираем. Так, все. Табгая мы вытерли. Теперь можно выходить. Так. Сейчас. Все, Табгая, можешь вылезать. О. Сейчас он будет сушиться. Молодец. Вот такой он. Бесится вот так вот он. Все стены, все обои. Все сырое. Вот. Да, Табгай радуется у нас. Понравилось, Табгай? Понравилось? Молодец. Вот, друзья, все. На этом видео закончено. Я вам показал, как искупать лабрадора в ванне дома. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кто как купает своего лабрадора. Вот. А на этом все. Пока.